desire, but it is too far. You... 2000 years later. Какой коктейльчик вкусный. Вкусненький. Что там, кто там мне пишет? Заинтересовалась я. Посмотрим, кто там мне написал. Столица реклам. Интересно. Ребят, всем савули, приветули, и вы попали на канал Затуси. Как вы уже увидели, я только что переписывалась с человеком, который приглашает меня сняться в рекламе. Я очень этому рада. Но сейчас я допью коктейльчик и пойду там, наверное, немного переодеваться. Вау, как тут красиво! Ладно, поеду дальше. Вау, классно! Ну все, девушка, я вас привез. Так, все, спасибо за поездку. Это вам спасибо. На что мне переводить? На Яндекс.Карту. Сейчас найду сколько. 500 рублей. Хорошо, сейчас найду. Так, перевести. Так, все сделала. Вот, посмотрите. Отлично, до свидания. До свидания. Ребят, мы с вами уже приехали, но мне очень интересно. Это точно тот корпус? Мне очень страшно. Просто он очень большой. И еще нет 15:00. Ну ладно, давайте попробуем пойти. Так, так, девушка, стоять. Отвечайте сейчас. Вы по записи или просто так гуляете? Отвечайте, отвечайте, давайте. Ну, я сюда приехала на съемку рекламы. Ладно, теперь понятно. Так, в какой корпус вы направляетесь? В четвертый? Ладно, тогда вам туда. Спасибо. Ребята, а мы точно с вами туда пришли? Ну ладно, пойдемте. Я точно туда пришла, ребята. Я не знаю, но вроде бы все туда. Менеджер! Ладно, давайте, наверное, идти уже как-то. Хотя бы пойдемте. Так, очень интересно. Девушка. Что вам нужно? Я тут отдыхаю. Извините, но это ваша работа, во-первых. А во-вторых, можно меня пропустить? Вы случайно не на татуся? На татуся. Проходите. Все. Дальше буду отдыхать. Да, ребят, такие люди тоже бывают. Так, ребятки, мы уже с вами зашли в это помещение. И сейчас, наверное, пойдем искать, куда мне проходить. Так, ну пойдемте. О, здравствуйте, я вам писал. Это я вам писал, который столица реклам. Ага, поняла. Так, куда мне проходить? Так, сейчас я вас номер запишу, и можете проходить. Отлично, хорошо. Сейчас я спущусь, и... Ну, все, пойдемте, я вам покажу студию. Смотрите, это наша студия. Здесь снимаются рекламы и подкрашиваются клиенты. Но я уже подкрасилась. Это я вижу. Кстати, вам очень нравится этот макияж. Ой, спасибо. Так, когда мы рекламу снимаем? Так, уже начнем. Ну, вы садитесь, и, возможно, мы сейчас позовем нашего визажиста. Хотя я вижу то, что вам наш визажист уже не нужен. Присаживайтесь, ну все. Давайте начинать. Девушка, вы на татусе или Кира? Да-да-да, это я. Мы съемочная группа, мы к вам уже приехали. Да-да-да. Да, Кира, это съемочная группа, они к нам уже приехали, так что давай настраиваться и скорее уже и снимать. Хорошо. Так, Кира, начинаем съемку. Сейчас все поднастрою, начнем съемку. Ага, хорошо. Так, все настраиваем. Кира, не беспокойтесь, все будет хорошо. Окей. Кира, еще несколько минуточек, и я нам буду начинать.
Все, кирокамера настроена, значит, я иду и начинаем съемку. Так, почти настроил. Все, съемка пошла! Моя кожа не такая мягкая, как раньше. Что же ей поможет? И почему-то у меня брови что-то начали съезжать. Что же, так много косметики и так мало той, которая действительно мне подходит. А что насчет этого карандаша? Давайте его попробуем. Классно. Давайте покрасим. Вау, какой он милый. И он очень хорошо кладется на ваши брови. Это очень классная вещь. Это первый карандаш для бровей, который мне действительно понравился. И он вообще не вызывает аллергии. А что насчет этих теней? И им можно накрасить и друзей, и себя. Но они реально классные, ребята. Так они очень крутые. Покупайте их. Это тоже тени, которые не вызывают аллергии. А что насчет коррекции бровей? Какая компактная упаковочка. И какой милый цвет. Мне очень это нравится. Покупайте косметику от Cosmetic Star. Кто это к нам летит? Это же новая маска от Cosmetic Star. Это очень классно. Вроде не вызывает аллергии. Давайте посмотрим. Так, давай, открывайся. Ее очень легко открыть. Вау, какой необычный ромбик. Надеюсь, вы эту маску тоже полюбите, как и я. От Cosmetic Star. Давайте теперь еще... какую же масочку нам еще выбрать, ребята? Что насчет этой радуги дуги, которая к нам сейчас прилетела? Вроде не вызывает аллергии. Давайте-ка посмотрим ее. Какая она классная. Покупайте ее. Ну все. Всем пока-пока. Так, Кира, спасибо вам большое за съемку. Вам вышлю через неделю видео. Можете пока смыть эту косметику для испытаний. Хорошо, спасибо вам тоже. А точно видео будет мне отправлено на электронную почту или в Telegram? В мессенджере, где мы с вами переписывались насчет рекламы. Ну, хорошо, ну ладно. Кира, до свидания. Ладно, ребят, вот так вот я снимаюсь в рекламе. Всем пока-пока, совушки. И встретимся в новом видосике. Так, Наташа, все, заканчивай съемку.